Цей не чекає смертної кари. Якщо хоче комусь її нести, то каже, треба Шойгу повісити на Червоній площі. Але, як ми побачили, далі пустопорожніх обіцянок, бравурних заяв і якихось недобунтів, справа в нього не доходить. Ну, зек воно і є зек. Ото сережки з людей на вулицях знімать. Я зараз про Пригожина, думаю, всі здогадалися. Ми тут обговорювали теж обшуки в нього квартирі, те, що там знайшли перуки і як ці перуки він на себе причіпляв. Напередодні ми починали торкатися цієї теми, що це за образи він косплеїть різні. Борисе, починали аналізувати ви. І от дійсно, ну так видається, що замаскуватися, якщо ти від когось тікаєш, можна було би і більш філігранно, це раз, і не так дивно, це два. Чи я помиляюся? Ну, тут сложно сказать вообще, для чего он это делал. То есть он из себя, вот там в большей степени, смотрю я, судя по той бороде, которую он к себе лепил, и одной, и второй, он какого-то, значит, сирийского боевика из себя делал. Хотя вот эта вот фотография, которую вы показываете, какая-то хипстерская, значит, челка с бородой. Тут, ну, в общем, да. Я думаю, что делал он это, ну, для определенной... У него же паспорта были на разные другие имена, фамилии. У него и двойник есть, кстати, у Пригожина. Ну, как двойник? Он не сильно похож, ему приходится одевать медицинскую маску на лицо, чтобы его признали. Вот недавно как раз кто-то из журналистов разоблачил, что Пригожин, который приезжал в офисный центр, это не Пригожин, и который потом там улетал куда-то. Это не Пригожин, а его вот двойник, и даже назвали фамилию. И, кстати, фото этого двойника там в документах тоже есть. И у него, у этого двойника, и паспорт на имя Евгения Пригожина. Ну, а как определили, у Пригожина фаланги пальца нет одной, на левой, по-моему, руке. А у этого были все, но он носил маску, и все думали, вот Пригожин, а все пальцы-то есть. Ну, в общем, Пригожин там играет в какую-то, значит, миссию невыполнимую, невыполнимую миссию, наряжается, я не знаю, там, все это фотографии или нет, может, еще в какие-то там одежды наряжается поинтересней. Но Пригожин чувствует себя прекрасно. Пригожин спокойненько сейчас отбудет, я не знаю, в Беларуси или нет, потому что сейчас говорят, что его нет в Беларуси. Возможно, он отбудет в Африку, где дальше продолжит свои дела, а может и останется. Вы же видите, он спокойно вообще, он выходит в эфир, дает какие-то комментарии там. Все нормально. 15 убитых летчиков, это как бы не переживайте. Это нормально абсолютно. Ну и, кстати, Пригожин будет таким раздражителем для многих, для тех, кто хотел его уничтожить, для тех, кто с ним воевал, ну, я имею в виду информационно, и они будут видеть, что он вот ходит, а Пригожин-то, он зло помнит хорошо, он не забывает, он отомстит обязательно. Это такой элемент внутреннего деструктива, который вот пусть ходит, может, еще разок на Москву съездит, там взбодрит всех. А може він отак переодягнеться і не всі одразу зрозуміють, що то він. І серія номер два буде в інших образах. Але принаймні зараз інформаційно намагаються його і образ, і його просто як явище знищити на території російського інформаційного телевізійного простору. Там треба тільки так, судячи з тональності, говорити в поганому тоні про Пригожина, просто повністю анульовувати всі його здобутки, ну, яких в принципі не було, але Росія ж подавала там недовзяття Бахмута і села, де була три хати, я про Саку і Іванцеті, як найбільші територіальні здобутки високопрофесійної незаконної при цьому армії Пригожина зеківської, то тепер все навпаки. З точністю навпаки, годинник перевернувся оцей пісочний, і вони там його пісочать теж, як тільки можуть. Наскільки працює вдало така девальвація образів на просторах російського телебачення, враховуючи, що, звісно, їм це не вперше? Прекрасно работает, должны выполняться два условия. Про первое мы с вами говорили, полный контроль над средствами массовой информации. А второе, нежелание тому, тому, кому это пытаются донести, то есть российскому обывателю, нежелание их самостоятельно анализировать события. Все. То есть, ну, что по телевизору сказали, то и правда. Вот, значит, вчера Берия был... Это я умышленно сейчас про Берию вспомнил. Вчера Берия был одной из самых страшных фигур в Советском Союзе. Вчера он был опасный, ужасный, а завтра он станет врагом народа. Ну, как это мы не замечали? Ну, вот так вот случилось. Поэтому
разгероизировать, расплюнуть просто в России. Вопрос только в другом, что не все будут, так как Пригожин связан с определенными событиями. Например, ему за ним закрепили взятие Бахмута информационно россияне. А вот сейчас, если, например, они, точнее, не если, например, а когда они потеряют позиции там, когда уйдут из Бахмута, с оккупированного нашего, то Пригожин может сказать, и через Ломов в том числе, или кулуарно, там же тоже среди военных информация распространяет. Вот видите, при мне взяли, без меня потеряли, так кто тут воевать умеет? Ну, в общем, у Пригожина позиции неплохие. И, насколько я понимаю, мочить его жестко еще никто не начал. Да, десакрализация происходит, да, пытаются рассказать, что он никто и звать его никак, но у Вагнера все равно есть определенный кредит доверия среди россиян. Мы это видели по тем кадрам, которые были, когда Пригожин собирался на Москву.